Судебный процесс между крайкомом КПРФ и экс-кандидатом в мэры Красноярска Михаилом Осколковым вновь перенесен. В суд коммунисты обратились после заявления Осколкова, в котором говорилось о том, что КПРФ накануне выборов получила миллион долларов от другого кандидата в мэры. Сам Осколков предоставил суду аудиозаписи передачи денег. Следующее заседание намечено на 21 ноября. Если суд позволит, прослушаем аудиозапись. Ну, хотя все желающие в интернете уже послушали. И все, прения, и суд, если посчитает возможным вынести решение, уйдет в совещательную комнату и примет решение.